Все документы государственных архивов переведут в электронный формат. Министерство культуры и спорта уже прорабатывает вопрос создания единой информационной системы. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказала директор департамента архивного дела и документации Алия Мустафина. По ее словам, это обеспечит долговременное хранение данных. При этом у пользователей будет новая возможность получать интересующую информацию в электронном виде, всего лишь отправив запрос в интернете. На сегодня оцифровано уже более 200 тысяч единиц хранения, а это свыше 20 миллионов листов. С одной стороны, безусловно, это повлечет повышение качества, сокращение сроков оказания обслуживания пользователей. С другой стороны, непосредственно скажется положительно на эффективности деятельности государственных архивов, в частности, сокращение расходов на обеспечение хранения, учета и поиска информации. Уже в текущем году министерством начаты работы по внедрению сервисного программного продукта «Хранилище электронных документов».